Сегодня в Минске пройдет расширенное заседание Министерства иностранных дел, посвященное итогам работы ведомства в прошлом году. В мероприятии примут участие члены правительства, представители администрации президента, Национального собрания, Нацбанка, руководители облисполкомов, Минского горисполкома и главы крупных компаний. На коллегии большое внимание будет уделено вопросам внешнеэкономической деятельности, в первую очередь экспорта. Кроме этого, запланированы доклады отдельных руководителей дип-представительств, в частности в Словакии, Грузии и Египте. Беларусь и Бельгия сегодня отмечают 25 лет установления дипотношений. По случаю значимой даты глава белорусского государства Александр Лукашенко и бельгийский король Филипп обменялись поздравлениями. За четверть века между странами налажены плодотворные связи в областях экономики, науки, образования, культуры, спорта. В прошлом году Бельгия заняла 7-е место по экспорту в десятке основных торговых партнеров Беларуси в Европейском Союзе. Также семьи в Бельгии ежегодно принимают на оздоровление детей из регионов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Предпоследний этап Кубка мира по биатлону стартует сегодня в финском Контиолахте. В программе мужской и женский спринт. Первыми лыжню опробует сильная половина. Под 7-м номером на дистанцию отправится Сергей Бочарников, позже Владимир Чепелин, Максим Воробей и Дмитрий Абашев. А вечером на старт выйдут женщины. Лидер команды Дарья Домрачева, 32-я в старт-листе. Компанию ей составят Дарья Юркевич, две надежды, Скардина и Писарева, а также Ирина Кривко.